1 февраля в подмосковных автобусах можно оплатить проезд транспортной картой «Тройка». Платежная система заработала на более чем 300 региональных маршрутах. Это один из основных этапов запуска единого платежного пространства в Московской области и Москве. Уже сейчас жители Подмосковья смогут оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта региона – городских маршрутах столицы и области, МЦД и метро. Пользуясь «Тройкой», пассажиры смогут экономить 42 рубля ежедневно и более 15 тысяч рублей ежегодно. На первом этапе городской тариф на проезд по карте «Тройка» в подмосковных автобусах составит 37 рублей.